дату 17 октября 2016 года. Без возрастных ограничений. Тема просто. Денег, КВН, личка. Я сам не ел целый месяц. Давай критерии устойчивости. А дождь идет и идет, тебя ревную к нему. Ну что ты в этом нашла? Я до сих пор не... В руках кредиторов, поставщиков услуг, которые должны принять свое решение. Тысяч россиян в страну.